одни восьмые открытой лиги КВН города Новосибирска. Всем я вас с удовольствием поздравляю! Замечательные команды, замечательные болельщики, которые наконец-то собрались для того, чтобы порадовать себя хорошим настроением, для того, чтобы зарядиться положительными эмоциями на всю рабочую неделю. И есть сегодня те семь команд, которые будут радовать вас, которые будут делать все для того, чтобы вы действительно провели этот вечер с гигантским знаком плюс. Поэтому под ваши аплодисменты давайте будем знакомиться с этими замечательными командами. Представляет педагогический университет команды КВН «Коза». Двигаемся дальше. Команда, которая играет в открытой лиге уже не первый сезон. Команда КВН «Старый знакомый». Ваши аплодисменты. Команда со своеобразным чувством юмора. Команда КВН «Три кота на мясо». Следующая команда представляет город Купино. Команда КВН «Плохой и очень плохой». Юмор, команда из университета СГГА, команда КВН «Картина Репина». Самая молодая, я не побоюсь этого слова, действительно, самая молодая команда открытой лиги КВН, потому что она представляет 12-ю гимназию. Команда КВН «В моем квартале все спокойно». Многие команды, которые известны всем и каждому, команда представляет интеллектуальный юмор, потому что она из СНГУ. Команда КВН «Любит». Будут радовать вас сегодня юмором. Нужно представить ту команду, которая, возможно, сегодня будет радовать команды своими прекрасными баллами. Друзья, под ваши аплодисменты мы переходим к представлению членов жюри. Вот они, мои любимые, дорогие, как же они мне все нравятся. В первую очередь хотелось бы мне представить человека, который не пропускает ни одной игры. Возможно, даже все уже зрители знают о том, что это главный создатель, главный покупатель всех салатов города Новосибирска. А между прочим, он организатор автогона. Трижды финалист лиги КВН «Сибирь» в составе команды КВН «Отнюдь» шоумен, друзья. Евгений Зайцев, ваши аплодисменты! Движемся дальше. Еще один очень серьезный человек. Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Пионер». Вердохлебов Евгений Юрьевич, друзья! Ну и теперь к менее известным личностям, друзья, мы перейдем. Участник команды КВН «Экскурсия по городу», между прочим, которая играет в высшей лиге КВН. И в воскресенье у этой команды будет эфир. Я не буду говорить, какое место она заняла, потому что заняла она первое место, друзья. Можно поаплодировать это, это здорово. Участник этой команды, пусть он сегодня в таком боевом духе, в прямом смысле этого слова, Сергей Лисовой, друзья, прекрасный, высокий, красивый парень. Капитан, друзья, капитан этого юмористического новосибирского корабля, человек, с которого берут пример все КВНщики нашего города. Все просто мечтают быть похожим немножечко на него, по крайней мере, и носить такой отличительный знак, друзья. Капитан команды КВН «Экскурсия по городу» Александр Шнайдер, ваши аплодисменты! Ну и, конечно же, друзья, мой большой, небольшой друг, директор открытой лиги КВН города Новосибирска Сергей Молодович Ганкин, ваши аплодисменты! Очень приятно говорить об этом, я буду говорить об этом теперь каждую игру, причем несколько раз. В нашей лиге появился новый редактор, очень приятно, что это редактор из высшей лиги КВН. Наш жучок нашего юмора, друзья, Алексей Просверов, аплодисменты ему, редактор открытой лиги КВН. Ну что ж, команды представлены, жюри представлены, хотелось бы пожелать командам ни пуха, ни пера. Команда из педагогического университета, команда КВН «Кожа». Откройте букву «К».
к нашему выступлению. Так, стоп, а где четвертый? Где Пашка? Слушай, понятия не имею, но он мне вот веревку передал. Вот хитрая сука спрятался. Паш, давай выглядывай уже. Алло, Паш, давай уже выходи, а? Ну мы тебе же уже 300 раз говорили, это платье бело-золотое, не синее. Да черно-синее. Иди переодевайся, а мы пока взорвем этот зал. Команда тоже сегодня играем в открытой. Может выглядим мы глупо, ведь не умеем. Но чтобы время не потратили мы зря. И ловите смеха заря. Поехали! А начнем мы с блока коротких миниатюр. Таджикский мальчик впервые увидел снег. Папа, там весь мир в шпаклевке. Продолжение 50 оттенков серого. 79 оттенок серого. Хрис, хрис, хрис. Оказывается, что Никита Жигурда и современные технологии несовместимы. Окей, Google, с чем едят котят? Господи, спаси и помоги. Выпускник факультета иностранных языков в обычной жизни. Help! Совесть не позволяет мне оставить все так на своих местах. Help! Помогите. Help me! Зовет на помощь. I find you and kill you. Я беспомощный лошпед. My guys get you from the ground and knock your brain on the wall. Помогите. He find you in the your city. Да не Z, а Z, межзубный звук. А я ему сопки снял. Запретили распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах. Итак, представьте, запретили селфи в общественном месте. Леха, Леха, смотри, голубь летит, давай с ним зафоткаемся, пока время есть. И чё, чумно это запрещено? Да вот человек выход нашел нормальный. О, точняк. Итак, зимним морозом посвящается. Такого человека вы могли встретить на любой остановке. Получилось более чем скоро. Ну что?
1/8 открытой лиги КВН и 1/8 проходит, скажем так, совместно с 1/4. Команды не вылетают с 1/8, получают какое-то определенное количество баллов, которые суммируются с теми баллами, которые они получат в 1/4. И уже по сумме баллов за две игры решаем, какие же самые смешные команды проходят в полуфинал. Ну что, мы можем двигаться дальше, и на сцене появляется команда КВН «Старый знакомый». Ваши аплодисменты! Мы уже чемпион этой лиги, да. В смысле? Подожди, почему? Потому что мы написали смешные шутки! Yes! Да! У-ху! То есть мы по накатанной пошли. А без шуток слабо пробиться было, я не пойму. Майя, ты что начинаешь-то, а? Да все, никакой оригинальности у вас нет. Я ухожу в свой воображаемый подвал. Тебе мои шутки не нравятся? Вообще-то не нравятся. Давай тогда ставим партийку биатлона на раздевание. А давай. Ага, вот. Певицу елку постоянно роняют кошки. Да-да-да. Да-да-да. Алина, ты правила что ли не понимаешь? Все направили, Павел, продолжай, давай. Не перестань, а? Зачем переставать, если у вас впереди все выступление? Могу открыть этот сейф! Отойди, батя сейчас все сделает. Кто? Я. Все украли. Очень обидно умирать старый стриптизер.
верные болельщики, очень приятно, когда есть такие своеобразные люди в зале. Ну что, друзья, мы можем двигаться дальше. На этой сцене появляется команда с очень оригинальным и интересным чувством юмора. На сцене команда КВН «Три кота на мясо». Ваши аплодисменты. Встречай зал. Самая попсовая команда открытой лиги. Друзья, мы сделали это. Свершилось. Мы стали юбилейной 350-й командой, которая умудрилась вставить ноутверк в свое выступление. И теперь, когда одна половина зала восхищается нашей смелостью, а другая ненавидит нас за это, давайте представимся. Ранимые творческие души и их души. Люди, чьи архивы юмора пополняются с каждым новым эфиром высшей лиги. Ансамбль юмора «Три кота на мясо», прошу любить и жаловать. Друзья, а сегодня исполняется 5 лет нашим мечтам о том, что следующий сезон мы уж точно проведем в высшей лиге КВН. Именно этому посвящается наш опен-эйр юмора «Я шучу как Коклюшкин 2015». Давайте же знакомиться с хедлайнерами сегодняшней тусы. Настенька, первая тучка на ясном небе открытой лиги. Именно ей мы довели открывать сегодняшний ОПНР. Чё ты спрашиваешь? Да, стою. Как тебе совесть позволила такое петь? Она мне не просто позволила, еще и предложила. Ну что, а я забыл, кстати, поблагодарить тебя за твою сногсшибательность. Потому что если бы не ты, не твоя бита, и творки с Ченского нас бы реально размотали. Товарищи дальтоники, скажите, какого цвета это полотенце? Сине-желтое или черно-синее? Я тебе говорил, не трогай мое полотенце. Март, холодная погода, ослабленный иммунитет. К людям липнет всякая хворь. Одна такая хворь прицепилась и к нашей команде. Ярик. Давай. А последняя шестерка в машине нашего юмора – Андрей. Андрей уверенность в том, что все его шутки смешные, подкрепляет светлым и фильтрованным. Опен-эйр юмора, Андрей, чем будешь удивлять? Дорогие девушки и участники сообщества, ну чё ты, подарили сковородку. Песня. Машу по любви в армонию свою, и букет из роз огромный подарил. Все то лучше строил Пушкин тысяча, слезы был ты одна слеза. Потому что кедра душа у тебя, а танцю за 23 февраля. Ну что сказать, отличный трэш. Сам ты трэш, я элита. У бати поручитель по кредиту. А это Илья? Человек, который искренне верит, что политика Путина такая специальная многоходовочка, чтобы Левиафана устранили. Как вы понимаете, никто в нашей команде не захотел шутить про Путина, и я представляю себя сам. Потому что я ничего не боюсь. Путин, Шмутин, мы тут шутим. Видите, все могу себе позволить. Прекрасно.
Никак. Потому что наше мероприятие подошло к концу, а эфира все равно не будет. Команда КВН «Три кота на мясо». Здоровья, ребят! Ваши агрессивные команды КВН «Три кота на мясо» можно поплатить погромче! Это здесь это можно делать, здесь это нужно делать, здесь это более чем в тему, скажем так. Ну что ж, хотелось бы сказать, что в открытой лиге играют команды, которые представляют не только город Новосибирск, не только вузы города Новосибирска, а также здесь выступают команды и из других городов, и из городов, которые представляют нашу с вами область. И сейчас, собственно, на этой сцене появится команда, которая представляет интересы области, а именно город Купино. Команда КВН «Плохой и очень плохой». Привет, Новосибирск! Я уже, в принципе, в этом городе целый год, вот решил в КВН поиграть. Своего брата двоюродного позвал, вот давайте-ка встретим его, аплодисменты ему. Сейчас он может появиться. Ну я же говорю, высшая лига, ну, то же самое, ну, я это все знаю. Это вы фотошопом потом, да, по экранам замазались? Здорово, братан. Да. Ну, и Александр Васильевич тоже, ну фотошоп же, да? Ну не может человек 72 так выглядеть. Здравствуйте, Александр Васильевич. Знаете, у меня мечта, я хотел всю жизнь на поле чудес попасть, знаете? Ну это же тоже Первый канал, по сути то же самое, оно тоже покажет. Поэтому гостинчики, знаете, вот целая трехлитровая баночка кубинских гусениц. Кубинские гусеницы. Шучу, КВН нашелся. Знаете, а вот тут, ну где огурчик, там же и бутылочка. Там же это, Байкал, Яркуль, Иссык-Куль, Титикака и Ичилы все. Пять озер. Мне вас, Александр Васильевич, знаете, жарко только. А знаете это, пусть так будет. Ну, в общем, это. Ну, Сашка, кого сегодня будем побеждать? Быдло. Где? Внутри себя. Ну, пока это не готовится. А спонсор нашей команды Михаил Бояс. Поэтому показывать будем всякую шляпу. Давайте представим, парень, который радуется любым мелочам. Толстячок, а приятно! Случай в криминальном районе. Эй, толстый, сюда иди. Приятно. На дискотеке есть такой тип, который стоит и ждет свою любимую песню. Человек. Вы так красиво двигаетесь. А можно с вами потанцевать? Да ты чего? Я вообще не танцую. Дорогие друзья, многодетный отец поймал Айса. 7! Ты понимаешь, 7 детей за 2 года! Ты понимаешь, что моя жена это не Анжелина Джоли? И что? Ты зачем черного последнего принес? У меня бабушка не хочет кормить внуков! Ей больше это не в радость!
таскал. Егорик! Нет! А я нельзя! Запрещено! Директор, иди отсюда! Я просто хотел сказать, что я сегодня уезжаю домой. Хакуна Матата! Мой старший брат. А он нормальный? Эй, возьми-ка! Ну и в конце, да. В конце нашего выступления хотелось бы сказать, что... Подожди. Александр Васильевич, знаете, ну, пора там дело. Команда КВН плохой и очень плохой. Мы пошли разгоняться. Друзья, команда КВН плохой и очень плохой. Почему вы вы вот такая интересная команда, которая представляет очень интересный город Купино. Можно им еще раз поаплодировать. Также хотелось бы сказать, что главным призом открытой лиги КВН является путевка в Сочи на международный КВИД. Это уже КВИД 2016. Поэтому команды борются за самый основной КВНовский приз. Есть, скажем так, за что побороться. Следующая, кто вступит в борьбу, команда «Поющая». Одна из немногих поющих команд в городе Новосибирске, команда КВН «Картина Репина». Ваши аплодисменты! И сейчас мы начнем. Мы вместе будем. Мы будем, мы будем, будем, мы будем, будем, мы будем, будем, мы будем, будем, будем смеяться вместе. Что вы хотели этим сказать? Влад, мы хотели вызвать этим людей радость, смех, позитивные эмоции. А вызвали панику, но я полиции и сатану. Друзья, я, конечно, все понимаю, но опять выбрались на сцену, поете зарубежный ритм матово. Спели бы лучше что-нибудь по-русски. По-русски петь не получается нормально. Русский только петь получается. Так. Никита, но вы-то что? Почему вы испортились? Мало того, еще вода в стиле. Влад, чтоб ты знал, поющие люди всегда полны. Спасибо. А Монсеррат Кабалье? Да вы посмотрите, вы просто Монсеррат Кабалье, друзья. Друзья, я не то что по своим ушам, я глазам не верю. Мне кажется, самая адекватная среди вас – это Светлана. Ой, спасибо большое, но я так не думаю. Да почему? Да потому что поздно. Песня! Успокойтесь, друзья. Вообще, вы видите себя очень дерзко на сцене. Кстати, а где наши самые дерзкие? Слышишь, ты что такая дерзкая? Ну, здравствуй. Кстати, познакомьтесь. Может, вы как-то ситуацию исправите? Ну, есть у меня одна миниатюрочка.
Отлично, показывайте. Борьба правительства с коррупцией. Почему ничего не происходит, Дмитрий? Разве должно? Уно-уно, Дмитрий, вы прям в самый горький момент сахарочку подбросили. Кстати, насчет сладенького. Светлана? Такая красивая девушка. Элегантная. С прекрасным голосом. Только мужика нет. Светочка, ну успокойтесь, успокойтесь. Георгий, ну вот вы самый балбес из нашей компании. Вообще-то я могу это и опровергнуть. У нас опровержение. Давайте, опровергайте. Мало кто знает, друзья, в зале собрались солидные люди. У вас есть что-нибудь? Да, конечно, есть. Отлично, я объявлю. Дорогие друзья, миниатюра без объявления. Ты, конечно, молодец. Друзья, да что скрывать, вы все тут молодцы. Мы одно целое. Друзья, давайте сделаем этот памятник, плохо не стало. Друзья, КВН — это как человек. И у него есть руки, ноги, голова, если как таковая имеется. Мы в КВН — это рот. Потому что един, да? Нет. Пьем. Нет, Дима, не пьем. Поем. Не скажу прямо, что ничего важнее нет, чем ваши взгляды. Но это точно наш успех. Сегодня. Нарисовались фиг сотрешь. Зайка. А, ну понятно. Не
вообще, я не буду выступать, пока организаторы не выполнят мое желание. Да, и что за желание? Я хочу автограф Максима Латохи. А, ну это возможно, Максим, ради общего дела. Дорогие друзья, сегодня мы стали с Максимом Латохой еще чуточку ближе, потому что теперь мы живем в его квартире. Урок родной географии в Лихтенштейне. Здесь магазин, здесь туалет. Урок окончен. А следующая миниатюра посвящена всем тем, кому недавно исполнилось 14 лет. Итак, представьте случай на улице. Парень, который час? Так, сейчас посмотрю, что у меня тут. Так, ключи, деньги. А это у меня что? Паспорт! Проспал. Еще чуть-чуть поваляюсь. Случай в пивнухе. Дайте мне пиво. У вас паспорт-то есть? Конечно есть! А теперь давайте немного пофантазируем. Итак, представьте, поросенок Фунтик моется. А еще друг, я друга. Вы знаете, а вот этот не подходит, а можно второй? Ладно, понял, ложку сам возьму. Гарри Поттер в ПТУ. Только не слесарем. Только не слесарем. Слесарем! Да ёж покорю! И мы представим вам клуб людей со странностями. Здравствуйте, я приветствую вас в нашем клубе людей со странностями. У нас в клубе сегодня новенький. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Семен, и я очень странно хлопаю. Покажите. Давайте похлопаем Семену. И я познакомлю вас с нашим коллективом. Здравствуйте, меня зовут Игорь, и у меня есть способность разочаровывать людей. Игорь, один фейк. Так, спокойствие! Давайте просто похлопаем Игорю. Здравствуйте, меня зовут Данил. Я люблю прятать разные вещи в свою голову. Жвачку кто-нибудь будет? Нет, Данил, спасибо, давайте похлопаем Данилу. Наташа, и я уже почти справилась со своей проблемой. Я уже полгода не выкладываю еду в Инстаграм, потому что не успеваю, начинаю ее Наташа, заказать. Спокойствие, давайте похлопаем Наташе. Ну что ж, я смотрю, все в сборе, значит, можно начинать. А на дворе 1987 день нашей телестройки. Стойте, ребят, я хочу показать фокус. Сейчас я загипнотизирую Семена. Когда я досчитаю до трех, ты превратишься в животное. Раз, два, три. Наташенька! Так, хватит, давайте прекращать уже эту клоунаду, а? Сын, прекращай. Мы только шатер растянули. Ребят, вы уже аванс получили, можете минутку и постоять. А в конце хотелось бы обратиться к нашим родителям. Дорогие родители, вот это клоуны, а вы КВНщики. В моем квартале все спокойно, спасибо. Новосибирский государственный университет.
команда, которая очень сильно запомнилась всем на фестивале, команда КВН «Люди напротив». Ваши аплодисменты! Начать хотелось бы сразу с победного сложного танца. Итак, 5, 6, 7, 8. Изи! Ну все, пятое место уже в кармане, да? Короче, пацаны, я там с ребятишками за кулисами поговорил, и у меня теперь 12 новостей. Одна хорошая, вторая плохая, третья так себе, четвертая интересная, пятая, ну ничего так забавная, шестая нам коп вырезали. Восьмую я в ленте прочитал, девятая то, что не было, седьмой, десятая, ну вообще свистовая. 11 вы слышали, а 12 то, что новостей 24. С какой начнем? Давай спокой. Короче, сегодня победитель будет один, так что не обессудь. Стоп, 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 Михаил, Михаил! Победит одна команда. И пока меня не покалечили, давайте начнем, друзья. Фильмах видели допросы по системе «хороший полицейский, плохой полицейский». Итак, представьте подобный допрос в русской полиции. Так, так договаривайся. Я хороший, ты плохой, все, понеслась. Послушай, мы твои друзья, давай с нами сотрудничай. Максу! Тикай, фраер, беги, беги! Самая интеллектуальная наша миниатюра. Деревенский эрудит. О, дорогой, а что это такое? А это коровье. У родителей на севере Чемском сын делает первые шаги. Сыночек маленький мой, иди ко мне. Давай, давай, родной, еще шажок, еще шажок. Жена у нас опять урод родился. Случай в дагестанской школе. Там дети пишем за отчисление. Кем хотим стать, когда вырастим? Фариза Абрагимовна. Что такое? Я закончил. Давай сюда. Вот, можно идти? Иди. Спасибо. Как такое что? Что? Борец пишется через B-O-R-E-C. Какой нафиг космонавт? Мистер Пробер в Мексике. Давай, копай, копай, но даже бы слишком плохо. А что ты же, нет, вот что ты, эй, ты куда? Не трогал твою девушку. Твоя мать хорошая женщина. Меня потерялся. Ты же тоже меня обзывал. Она сказала, ты нас козел и все. Итак, второй раунд, и сестра, вы начинаете. Слушай меня. Ну и напоследок, узнаем себя. Батя маленько подвыпил и докапывается на сына. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз.
спасибо! Максимум за конкурс визитная карточка 5 баллов. Следующий будет конкурс разминка, а потом также конкурс одной песни. Ну что ж, все, можете уходить, уходить, уходить уже со сцены. Друзья, под наши аплодисменты хотелось бы пригласить все команды на сцену. Давайте аплодируем вновь, друзья. Как мне ее вернуть? Да вернешь еще, не ломбард же заложил.
Отвечала команда, мы остались спокойно, ответы команды люди напротив. Сергей, а как мне ее вернуть? Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Эфир пройдет, сама позвонит. Отлично. Я учил. Отвечала команда люди напротив. Есть ли еще ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1. Есть два ответа, как смотрите, надо сейчас считать. Отвечает команда КВН «Картина Репина». Как мне ее вернуть? Ну ты че, зачем тебе ее возвращать? Ну посмотри вокруг. Отлично, ответ пришел на КВН уже. Ответ от команды КВН «Старый знакомый». Как мне ее вернуть? Ну ты номерок давай, я позвоню, поговорю, вернется нормально, разрулим. Хорошо. И ответ от команды КВН «Кожа». После... Подожди, сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Но после 8 марта отрезвитель придет. И ответ от команды КВН «Три кота на мясо». Как мне ее вернуть? Да, Новосибирск большой город, еще новый. Это просто советский, да, просто тебе. Вот есть еще один, давайте последний ответ этот вопрос. Как мне ее вернуть? По гарантии. Отлично, отлично, отлично. Но, Сережа, смотри, как просули. Все, это крайний ответ. Теперь это точно крайний ответ. Как мне ее вернуть? За три. Спасибо, Сергей, за вас. Спасибо, всем. Сережа, давай другой рукой. А вопрос задает капитан. Пока тебе говорят вопрос, я потяну. Капитан команды КВН «Экскурсия по городу» Александр Шнайдер, друзья! Ура! Друзья, здравствуйте всем! У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе, ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны, какие? Да на самом деле никакие мне не нравятся. Это просто вопрос, ты придумал, ничего не собираюсь покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВН «Вопросы плохой». Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, а за рулем сестра была. Друзья, и своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН «В моем квартале все спокойно». Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Команда КВН «Кожа». Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Ходи пешком. Эгу. Эгу. Да-да-да-да-да-да. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их, или бы песни Грузии. Ну что, есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам область бабок дают! Опрометчиво! Давай только не про батю в этот раз. Хорошо. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на лече, свет на морской волны, девятую модель, люди, пацаны, по делу тоже проходил там. Трагедии какая смешная штука получилась. Трагедия отца сделала игру. Спасибо, спасибо всем. Спасибо, Александр, друзья, можно поаплодировать. Передаем микрофон. Вопрос задает Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже. Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у него в принципе Siemens лежит. Как странно, на сцене не услышали, а там подсказывают. Странно сегодня. Ответ от команды «Старый знакомый».
Вопрос можно, пожалуйста, задать? Черт. Почему у меня не 6 айфон? Потому что у вас нет денег. Вопрос, пожалуйста, для команды, кроме моего портала, все спокойно? Почему у меня не 6 айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды проверили против НГУ. Почему у меня не 6 айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Вот так. Понимаете, что это тоже ответ? И ответ от команды говорит кожа. Почему у меня не 6 айфон? Будут у нас шестерки, будет 6 айфон. Я напомню, команда из Федерального университета. Я разделяю. Есть еще ответы на столь простой вопрос? Есть, друзья, есть ответ. Почему же у меня не 6 айфон? А, это что? Все, ответов больше нет. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте поаплодируем громче. Евгений Зайцев, у вас нет вопросов? Он попался, да. Когда? После хопа? После двух хоп. Давайте вопрос задает директор открытой лиги КВН Сергей Ганки! Здравствуйте всем! Вот Сергей сказал про замечательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб «Сибирь» прошел во второй раунд. Это клево! Смотрю его, поэтому, знаете, у хоккеистов есть очень много традиций, и они говорят так, что наши хоккеисты сказали, что если они выиграют континентальную хоккейную лигу Куба Гагарина, они побреются на лысо. Вот что вы бы сделали, если выиграли кубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Батю выкупить. Отвечает команда КВН «Кожа». Что бы вы сделали для того, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Ну, вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Молодцы. И что, сам был Серега? Вроде бы сам придумал этот приз. Придумал. А можно я не понял вопрос? Чтобы вот команда хоккейная «Сибирь», она бы побрилась нагло, что бы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН? Отвечает команда КВН «Люди напротив». Спасибо вам всем, что объяснили. Что вы бы сделали ради победы в открытой лиге Новосибирска? Если мы победим в открытой лиге, то все остальные побреются. Хорошо. Что вы сделаете, если победите в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дал. Аплодисменты, отвечает команда КВН. В моем квартале все спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Это вопрос сейчас. Вот. Скажи, что бы ты сделала, если выиграешь? Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? А я бороду отпущу. Еще раз реально. Еще одна девушка отвечает. ДКВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я бы Отвечает команда КВН «Старый знакомый». Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю 6 айфон. Себе. Евгению слово передаем. Все, да, вроде? Все, спасибо Сергею Ганкину, друзья. Ну что ж, вопрос задает Евгений Зайцев, автор самых искрометных и интересных вопросов. Спасибо, но сегодня я не подготовился, и поэтому вопрос такой. Эх, ни разу за 2 сезона не подготовился. Вот какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Отличный вопрос из вас. Я замечу. Отвечает команда КВН «Люди напротив». Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Винегрет свежий? Казалось бы, просто дядька, а символизируется свиньями, это понимаете. Отвечает команда КВН «Три кота на мясо». Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним в разминку играем, мы копу готовимся.
Вот. Ответ под командой КВН плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям жду, как он подряд. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядька из жюри? О, а ты что, переоделась? Я считаю, что на такой позитивной ноте нужно заканчивать все сегодняшние разбиты по вашей группе поистине. Спасибо, команда. Вы можете идти готовиться к конкурсу одной песни. Только, пожалуйста, можно убрать столько микрофона. Это путинские шоумен, друзья, для тех, кто не знает. Вы бы видели, как он с курами играет, это вообще весело. Ну что ж, оценки за конкурс «Разминка» максимум 6 баллов. Давайте в том порядке, в котором команды выступали визитные карточки. Максимум 6 баллов оценки команде КВН «Кожа». 3, 4, 4, 4, 4. Аплодисменты, друзья. Оценки команде КВН «Старый знакомый». 4, 5, 4, 6, 5. Аплодисменты. Я буду выделять этого леворукого красавца. Оценки команде КВН «Три кота на мясо». 3, 4, 3, 4. Аплодисменты, друзья. Оценки команде КВН «Плохой и очень плохой». Все судьи 6 баллов, друзья. Оценки команде КВН «Картина Репина». 5, 5, 5, 6, 5. Ну и, наконец, оценки команде КВН. А, не наконец, еще две команды. Оценки команде КВН «В моем квартале все спокойно». 4, 4, 4, 4, 4. Все судьи 4 балла ровно. Ну и наконец оценки команде «Люди напротив». 5, 4, 5, 5, 5. Ваши аплодисменты, друзья. Ну что ж, можно тушить свет в этом замечательном зале ДК «Прогресс». Хотелось бы, естественно, нам поблагодарить ДК «Прогресс» за такой прекрасный, уютный, предоставленный зал, друзья. Можно поаплодировать. Ну что ж, мы переходим к конкурсу одной песни. Максимум за конкурс одной песни 4 балла ровно. И первыми на эту сцену выходит команда КВН. В моем квартале все спокойно. Ваши аплодисменты. Церемония вручения премии «Оскар». Но мы не совсем согласны с мнением жюри. Поэтому мы представим вашему вниманию свою церемонию вручения премии «Оскар». Что ж, церемония наша открыта. Сейчас будем вручать статуэтки. Списки, конфетки, крошки, детки. Семен, Сережа, Наташа, Никита. Первый спецэффекты. Интерстеллар его не получит. Спецэффекты в Новосибирске на день города будут покруче. Вот это да, вот это бабах. Ой, сейчас класс уже готов, вот это да. Просто сложить. Итак, представьте, что было бы, если бы ты
Советском Союзе. Шурик, может, не надо? Больной ублюдок. Следующий Оскар тоже красив. Получает его кто где когда. Оскар этот на звук самый лучший. Нет, ну ты только это послушай. Итак, представьте, Борис Бурда заводит «Жигули». Борис Бурда на Диком Западе. Борис Бурда катается на колесе обозрения. Оскар за кротовый язык. Господа, следующий Оскар за лучшую шутку. И не ищите в нашем тексте ошибку. Его получает совершенно законно команда. В моем квартале все спокойно. Искитимский лежачий полицейский раз в час переворачивается на другой бок. И, наконец, гость нашей программы. Хорошего парня, раз навсегда. Действительно, парню про Оскар отдали. Встречайте, дамы и господа. Леонардо Ди Каприо! Леонардо, если вы сейчас знали, скорее поднимайтесь на эту сцену! Здравствуйте! Подождите. Вы что, Леонардо? Ну да. Вот, держите. Да вы меня обманываете. Нет, смотрите. Если что, у меня еще братья есть. Донателло, Микеланджело. Леонардо Кип! Да. 93-го года рождения. Все верно. А в зале есть другие Леонардо? Что ж, поздравляю! А что мы хотели сказать этой песне? Даже обычные люди, а не знаменитости, достойны Оскара. Вот, например, вы. Под каждым сиденьем в этом зале для каждого стоит маленький Оскар. Посмотрите, посмотрите, это полная правда. Ну что, Семен, чувствуешь себя в падающем самолете? Мы в квартале все спокойно, не знаете, что сказать, врите. Прекрасно, друзья, молодежный центр. И, нет, ваши аплодисменты. Громче, не стесняйтесь это делать. Команда КВН. Картина Репина. Дамы и господа, когда наша команда узнала, что нам предстоит исполнить конкурс одной песни, мы маленько обнаглели и решили понравиться тем людям, которые имеют прямое отношение к открытой лиге. Итак, смотрим. Мужчин будем вам представлять. И с ладоха, а лук и лом. И все, и все.
сотрет. Ого-го, друзья! Ваши аплодисменты за столь недалеко команде «Картина Репина»! Ну что ж, двигаемся дальше. На сцене появляется следующая команда, которая с удовольствием представит вам свой конкурс одной песни. А это, друзья, команда КВН «Три кота на мясо». Можно поаплодировать громче. А в конкурсе одной песни мы намерены взять высший балл. И для этого написали идеальную песню, и теперь не сомневаюсь в своем успехе. Да вы сейчас и сами все поймете. Вспомни в эту песню, мы одержим здесь победу. Жюри нам, мы нисколько не прибыль. Вспомни в эту песню, мы одержим здесь победу. Снимем в ночь, тяготей и крик. Представим супершедевр, чтобы выиграть в открытый. Эта песня готова, радуйся, беги там. Совершенный шедевр, ты круче, не смей там. Пускай оставили эту песню, вместо вас стрелять, он поговорил танцевать. Моцарт пытался сделать что-то подобное, но у него получился только реквием. Скажи наркотикам нет, а нашей песне да. Мы чувствуем, что мы уже выиграли и можем пойти за кулисы немножечко отметить. А вас мы оставляем наедине с нашим шедевром. Одной из эмоций являются слезы. Песня о слезах разных людей. Плачет девушка с автоматом, одет в военное пальто. По ошибке в армию забрали просто бородатое лицо. Чтобы посмотреть в ее лицо, туда же вышел на это крыльцо. Очень громко плачет мальчик, только что
конечно. Давайте будем призывать в эфале, чтобы обуздевали все. Я-то вот уже на призе дался, теперь любое движение вверх. Так хватит тверкать! Вот прошло 8 марта, плачет лишь Кончитову. Подарили мне цветочки, придут верой для влитья. Сколько раз я говорила, бородой останусь я. Лёха, это шестой фон. Не, подожди, стоп, подождите, вообще-то
по правилам синдрома конкурса одной песни, синдром конкурса одной песни может быть только у одного участника, у которого нет иммунитета к синдрому конкурса одной песни. Блин. Что? Что может быть тебе сделать? Ну, это точно поможет. Я хочу, чтобы ты моргал, а ты считал, как часто он моргает. А я хочу, чтобы ты ругал его за то, чтобы считал, как часто он моргает. А я хочу, чтобы ты снимала то, как она ругает, то, как он считает, то, как он моргает. Да. Ребят, мне кажется, это нам не поможет. 46, 47, 48, 49. Ребята, он опять моргнул. Блин, у меня уже моргало, блядь, на самом деле, ребят. Сколько больше? Ну, конечно, я моргнул, это же просто. Алло, да? Алло, да? Да тихо! Алло, да? Да, хорошо, до свидания. Чё такое, Никитос? У меня массаж сорвался. Давай делай. Почему я? Ну ты лучше всех его делаешь. Да. Что ты еще хочешь, Никитос? Ну, самое последнее, что можно просить, это любовь.
смыслов этих песней. Не беспокойтесь. Да вообще здесь нет. Я люблю слушать Стаса Михайлова, а еще я люблю Елену Ваенну и Денис Майда. Вроде тоже он. Это Артем, он маленький сынок. Как-то в школе играли бригаду вы, что за космос белый и, конечно, пил. А еще был Швин, а еще Артур. Просто был у нас театральный класс. Я люблю по ТНТ смотреть стендап. Согласитесь, многие из вас, что будете с работы пораньше, притворяются больными. Я тоже так делаю, но чтобы не поверили наверняка, я надеваю футболку ЛДПР. Я ходил как-то в детстве на карате. Вот, и поэтому эта песня «Мечта», и мы хотим, чтобы вы думали, что сейчас финал открытия.
вскоре дышит. Водички надо. А Новосибирск – это культурная столица Сибири. Если ты подойдешь вежливо к любому человеку и попросишь воды, то ты обязательно ее получишь. Здравствуйте, Александр Васильевич. Не соблаговолите ли вы мне угостить водицей вроде? Угу, спасибо. Ну что, что, что? Это значит, мы продолжаем!
Оценки команде КВН «Люди напротив». 4, 4, 4, 3, 3. И, наконец, оценки команде КВН «Плохой и очень плохой». 4, 3, 4, 4, 3. Вот такие вот оценки. Пока Алексей Прозверов считает средний балл за всю игру, хотелось бы услышать мнение жюри о сегодняшней 1/8. Спасибо вам, Сергей Лисовой! Все понимаете. Так, Юлия Иванова забронировала 4 билета. Если кому-то надо, обращайтесь к Юле, она предоставит вам такую возможность. А точнее, бронь. Вот такая информация, ребята. Спасибо всем, ребята, спасибо, что позвали. Сергей Мулатович. Я не знал, кстати, что вы отца зовут Мулан. Что вас зовут Александр Васильевич. Спасибо большое ребятам из Купина. Особенно тебе, товарищ Кепки. Я вот испугался за последнюю твою акробатку. Вот этот момент, когда ты лицом начал тормозить, я думал, все. Но нет, все хорошо. Что-то было весело, что-то не очень. Но это жизнь. Да. Спасибо, ребят. Спасибо, Сергей, друзья. Конкретный парень. Евгений Юрьевич, давайте слово вам. Давайте поаплодируем, друзья. Создалась действительно теплая такая атмосфера. Я влюбился в сегодняшнюю игру. И хочу сказать вам, чтобы вы такой задор на полисты сохранили до 1/4 финала, и тем более на 2-й финал, конечно. Но особо запомнилась команда из Купина. И с милыми ребятами из команды «Наем» так далее, все спокойно. Ребята, поддержать. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Друзья, прежде чем Евгений Саевич о чем говорит, хотелось бы сказать, что 2-я, 1/4 пройдет 17-го. 1/8. Подождите, подождите. Не торопитесь никуда. Друзья, 17 марта пройдет 2-я, 1/8 открытой лиги города Новосибирска. Которая не помещает еще смешные команды, поэтому приходите сюда, друзья, 17 числа, ровно в 6 часов на КВН. Евгений Сальцев, слово вам. Подарка дарить или приз вручать. 2-3 ваших аплодисмента, друзья, можно. Только 2-3, да, не больше. На самом деле, давайте поаплодируем еще раз командам. Это вот, не знаю, это очень жестко, мне кажется, начало сезона. Прям я надеюсь, что весь сезон будет такой же очень смешной, очень жесткий. Спасибо вам, команды. Ну, встретил я с вами весну, ух, весело. Особо хотел бы, наверное, отметить... Да, наверное, все команды хотел бы я сегодня отметить. Все сегодня молодцы, все подготовились. Начали висеть прям. Ну, про разминку я вообще молчу. Ну и копы, как мы уже поняли, 80% команд запела. Тебе отдельное спасибо, я и в прошлый раз говорил, да, Светочка, именно тебе, твой голосок. Конечно, будоражит до сих пор. Но... Отлично. Но сегодня свой приз я хотел бы отдать одной команде. А что за приз, скажите, пожалуйста? Что там может быть за приз? Что обычно всего охота, когда заканчивается КВН? У команд спрашиваю. Есть! Есть, все правильно. Вот я угождаю команду. Такой змей-искуситель такой. Итак, сегодня этот приз остается команде. Сегодня будет есть команда, которая в будущем, я надеюсь, ребят, чуть-чуть подтянете, а так направление правильное. 3 кота на мясо. Ваши аплодисменты, друзья! Забирайте. Команда «3 кота на мясо» получает этот приз. Вы мне сегодня понравились. Ваше слово. Аплодисменты, друзья, Евгению Зайцеву. И что же скажут о сегодняшней игре Сергей Загорелович Канкин, друзья, ваши аплодисменты ему. Спасибо. Максим? Да, не за что. Корабелюк? Вот! Кто так с этой стороны пошел? Друзья, на самом деле, хочу сказать всем спасибо большое, кто сегодня присутствовал в зале и на сцене, и давайте поаплодируем. Хвалить, но знаете, всегда показывает практика и традиции, что первая игра всегда смешнее остальных.
Поэтому хотелось бы, чтобы все игры были такие. Такие же веселые были разминки, визитки и такие же поющие копы были во всех остальных играх. Поэтому я лично буду хвалить уже микрофон после третьей 1-8, но сегодня очень сильно все понравилось, честно. И у нас есть такие уже появились в открытой лиге сувенирная такая продукция, друзья. Что это за такое? Футболочка. Вот с нашивкой открытой лиги Новосибирска. Ура! Красиво! Новые декорации, майки. Даже есть кофта. Есть кофта даже, да, толстовка. Даже есть кофта. И да. Штаны скоро будут. Потом мы сделаем фирменные пакеты. Выйду и скажу, кому. В костюмах будем ходить. Да, я потом покажу кофту. Кофта это особенный. Это вообще фэшн, я видел. Да, друзья, я бы хотел удивить ту маечку. Человек, который не сказал ни одного слова. Со сцены. Ну как он плясал? Богдан! Это тебе, друзья, новая звездочка Новосибирского КВН. Богдан! А вы все до этому парню. У него не только странная внешность, но и странное имя, друзья. Вот, ну и, наверное, я предоставлю слово тому человеку, который открывал сегодняшнюю игру. Конечно же. Это все баллы, а вы, Максим, вручите все дипломы. Вы написали? Нет, не дописали. Он не успевает. Не успевает так быстро писать, что на дорогу засыпает. Ты можешь пока сказать о всех порыбах. Друзья, хотелось бы мне, прежде чем сказать, естественно, о тех, без кого бы не прошла сегодняшняя игра, еще раз напомнить, что 17 марта, ровно в 6 часов, мы ждем вас всех на 2-1-8 открытой лиги КВН города Новосибирска. Также 24 марта. Также, друзья, 24 пройдет 3-я заключительная 1-8 города. 1-8 КВН, открытой лиги города Новосибирска. Очень тяжело у меня с вот этими всеми вещами. Естественно, поблагодарить наших прекрасных организаторов и партнеров, без которых бы не прошла сегодняшняя игра. В первую очередь, это Дворец культуры «Прогресс», друзья. Можно поаплодировать этому замечательному хорошему залу. Вот тоже прекрасные, замечательные девушки. И, естественно, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, наш информационный партнер, портал «Ты молод», и, естественно, молодежный центр «Пионер». Ваши аплодисменты, друзья! И, конечно же, друзья, первая праздничная кампания «Праздники под ключ». Ну что ж, друзья, мы переходим к вручению диплома. Итак, хорошо, и слово предоставляется Алексею Бразгену, друзья, у нас еще не сработало. Друзья, сегодня добрый вечер всем! Молодец, команда, мы классно же игра получилась сегодня! Ну и долгожданные оценочки, друзья, и итоги игры. Итак, пятое место занимает с баллами 10,8 команда «Три кота на мясо», друзья, ваши аплодисменты! Тоже Алексей, удивительно. Что сегодня? Серебро